Так, всем привет! Новый репортаж с бассейна университета УНАМ, Мексиканский университет, самый большой в Латинской Америке. Вот так он выглядит. Конечно, хочется поплавать, сейчас жарко. Вот там есть с левой стороны отдельная зона, сейчас ее не видно, такая для детей, там где-то метр с чем-то глубина. Там играют в разные игры, вот, ну, больше как детская зона. Дальше идет вот такой плавательная часть. Посерединке идет островочек с тренерами. Дальше идет отдельный бассейн глубокий для прыжков. Стандартно 5, 3, 5, 7, 10 метров. Стандартная высота для прыжков. И дальше идет спортивный бассейн на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 8 дорожек вроде как. Визуально так смотрится. Да, 8 дорожек. И трибуны. Честно говоря, трибуны вижу, наверное, впервые в бассейне, поэтому очень круто. Вот, на заднем плане видны горы, вот если присмотреться, там будут видны горы. В общем, красиво, впечатляюще, очень много воды, все это соединено, водное пространство. Это действительно, на самом деле, очень большой бассейн, очень такой он мощный. Вот, так что вот такие вот в Мексике у них есть преимущества. А я мы здесь. Здесь по делу. Всем привет. Да, мы вешаем объявление. Quieres aprender ruso? Вот, вешаем объявление. Вот там все еще цветет хакаранда. Очень красивые фиолетовые цветочки на деревьях. В общем, гуляем по территории университета УНАМ.